В рентген-кабинете ЦРБ Белоглинского района работает новый цифровой флюорограф «Проскан 7000». Аппарат предназначен для проведения массовых профилактических рентгенологических обследований в целях современного выявления туберкулеза, онкологических и других легочных заболеваний при малой лучевой нагрузке. Новое оборудование поступило к нам в наш рентген-кабинет после ремонта. Нам поставили оборудование «Проскан 7000», флюорограф малодозовый, цифровой, очень удобный в использовании, очень мобильный, очень удобно информацию читать доктору на компьютере, расшифровывать снимки. Скоро появится связь с поликлиникой, интернет нам проведут, и мы будем работать с отделениями. «Проскан 7000» дает возможность архивирования результатов обследования в электронной базе. Снимки флюорографа имеют высокое качество. Для работы на современном комплексе сотрудники ЦРБ прошли специальное обучение. В Белоглинском районе аппарат востребован. На данный момент флюорографические осмотры проходят школьники. Также прохождение этой процедуры необходимо при медосмотрах работников организаций. Продолжается поставка оборудования и медицинской техники ГБУ с Белоглинской ЦРБ. Данное оборудование поставляет по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году по этой программе Белоглинская ЦРБ уже получила цифровой флюорограф, специальное оборудование для эндоскопического кабинета, включающее в себя это моющая машина, шкаф для хранения эндоскопов. В ходе реализации этой программы планируется до 2025 года переоснастить Белоглинскую ЦРБ новым медицинским оборудованием, автомобилем, строительством новых ФАПов. До появления моющей машины медперсоналу приходилось вручную обрабатывать эндоскоп. Сейчас достаточно погрузить его в машину. При этом контакт с загрязненным прибором минимизирован. Высушиваются и хранятся медицинские приборы в специальном термическом шкафу. Повесили сюда, уже обработан после машины. Закрыли, включили сеть, выбрали там режим, что надо. И по завершении обработки всего этого хранения выходит чек. Дата, время, чем обработан, как хранился, все здесь. В течение 2021 года Белоглинская больница получила 2 легковых автомобиля. Они предназначены для обслуживания вызовов врачей-терапевтов на дом и доставки биологических материалов в город Краснодар.